Здравствуйте. Хочу сказать, что сегодня пятница, но суббота-воскресенье. Я не буду делать видео по томатам, потому что я заболел какой-то гадостью. И у меня уже 3 дня, может быть, уже 4-й день, температура. Поэтому я ограничусь видео по своим комнатным растением. Сейчас у меня тут кактусом отлично. Тут, видите, температура 40 с чем-то там, 43 градуса на солнце. И кактусом просто прекрасно. Они чувствуют себя великолепно. Видите, вот цветут очень красиво. И собираются цвести. Вот бутоны собираются вылезать. Вот тоже бутон собирается вылезать. Этот мой опунция бразиликана, вот, несмотря на то, что она вот так вот всякой фигней покрылась, но видите, она дает молодые побеги, молодые стволики. Ее я, конечно, регулярно поливаю. Также хочу некоторые небольшие итоги подвести, которые касаются моих декабристов. Вот завершилось цветение моего красного декабриста. Вот это, не могу сказать, наверное, не прошлогодние, позапрошлогодние ягоды. И, соответственно, новые ягоды после весеннего и осеннего цветения. То есть зимнего и весеннего цветения. Так, это у нас... Ой, все, отваливается все вот эти бутоны. Так. Я нашел новый способ. Вот видите, тут я отстригал. А надо просто вот так вот. Ой. А надо просто вот так вот отщипывать цветочки. И получаются вот такие вот аккуратненькие ягодки. Точно так же мой розовый декабрист, видите, уже с общипанными сейчас. Чтобы на него солнце упало. Ну, не знаю, падает, не падает. Но, в общем, выглядит он... Очень-очень, кстати, неплохо. И еще один декабрист. Видите, с необщипанными вот этими штуками. Общипывать их достаточно просто. Вот так вот раз. И все. И получается такая вот аккуратненькая ягодка. Ягоды у декабристов получаются невкусные, не сладкие. Но попробовать их вырастить очень интересно. И у меня с моего эксперимента до сих пор растет одна маленькая штучка. Видите, как быстро они. Оп, раз-раз. И отщипываются. Устаю просто до невозможности быстро. Прогуляю сейчас. На балконе вот эти штучки отдираю. Так, тут-тут-тут. Не завязавшиеся ягодки так выглядят. Цветы посрываю и пойду лягу отдыхать, потому что уже в аптеку сходил за лекарствами, заказал продукты, уже как бы устаешь. Вообще просто так. Ну, тут ягода сама в себе уже не завязалась. Но вот видите, достаточно быстро это занимает времени обобрать все вновь образовавшиеся ягоды. Эти цветочки еще не отсохли, поэтому их еще убирать рановато. Вот. Как вы видите, после цветения, как я узнал, что цветение завершилось, не только потому, что бутоны окончили формироваться, а начали формироваться, видите, новый прирост из листьев кактуса. Вот мой желтый кактус, который, ну, то есть, да, желтый декабрист, который сбрасывал все цветы, сбрасывал все ягоды после цветения, даже после хорошего опыления. Он еще, видимо, не восстановился, и ему еще рано завязывать ягоды, но он начал вот такие вот листики
молодые листики он начал выпускать. Так, точно так же и белый декабрист. Можете видеть, ну, достаточно большое количество маленьких таких красненьких листиков, которые только намечаются. Цветы он все скидывает, несмотря на опыление. Вот, так как он еще слишком маленький. Надо ему подрасти. Ну, что могу сказать? Могу сказать, что мои кактусы начали выпускать свежие иголки. Видите, вот тут свежие зеленые иголки начали вылезать. Также мой астрофитум с длинными колючками тоже начал пускать новые свежие иголки. Ну и достаточно много кактусов так делает. Вот эти ферокактусы мои выпускают свежие иголки. Они, в общем, начали расти, почувствовали весну. О, вот этого я не видел. Видите, сбоку вот у этого кактуса образовался бутончик. И это очень интересно, так как этот кактус новый. Он у меня зимовал только первый год. Я еще не видел, как он... Все, видите,